Здоров, я Москвин, и это обучалка для пользователей DrumPad24. Хип-хоп DrumPad24. Пресет Super Slow Beats. Трек Personal Jesus. Начнем с чего? Правильно, с метронома. В видео я играл с метрономом. Темп был 122, насколько я помню. Бочка здесь играет всегда в метроном. Просто ровно. Сделаем помедленнее, конечно же, конечно же. Как же можно так учиться-то сразу? Бочка в метроном. Здесь главное понимать, в какие моменты мелодия пересекается с бочкой, когда нужно вместе падать и нажимать с бочкой. Я просто отрывисто сейчас сыграл, чтобы было понятно. Вообще нужно играть плавно, от ноты к ноте. И лучше это делать тремя пальцами. Потому что одним вряд ли получится сделать плавно. Ладно, покажу без метронома. Смотрим на сочетание мелодии и бочки. Когда какой из падов с бочкой пересекается, а какой не пересекается. Вот такое вступление. Итак, куплет. Покажу с метрономом опять же в 80. С первой бочкой нажимаем первый бас. И это очень долго, кстати. О, добрались. Этот рисунок продолжается на протяжении первых... до самых who cares вообще. То есть you're wrong, personal Jesus. Somebody hear your prayers, some who cares. Схема одинаковая везде по биту. Бит одинаковый. Медленно. После него идет опять вступительная часть, которую мы уже разбирали в начале. Дальше идет припев, опять же все то же самое. Things in your chest, you need to confess. I was living on my fever.
Последняя часть припева такой дабстепчик. Не помню уже какой там. Следите за расстановкой пальцев, потому что если вы как-нибудь, не знаю, вот так вот скрете, вам придется перепрыгивать на следующие два пада. Будет пробел. А кому нужны пробелы? Никому. Я показываю только, как мне удобно. Может, я не знаю, вы там где-то носом нажмете. Не суть. Значит, большой указательный. Ой, нет, средний. Большой и средний. Следующий безымянный и указательный. А здесь уже выбора не остается. Большой и мизинец. А потом уже можете менять, как хотите. Все это, конечно, четче получается под метроном. Попробую в 80 сделать. Вот и все. Тренируйтесь. Подписывайся на мой канал. Ставь палец вверх. Жди новых видосов. Будь в груве. Твори биты, а не войну. Мир. Юрон полетел в космос. Самый первый космонавт. Его знают все. Юрон полетел в космос. Самый первый космонавт Гагарин герой. Скидыш. Что там дальше идет? Там дальше идет припев. Нет, неправильно. Просто быстренько покажу. Ну и такой, последний с метрономом, без метронома. Схема такая. Ту-ка-ту-ту-ка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 -ту